Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Vivo IQ 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как перейти в режим recovery на данном устройстве. Для этого мы отключаем наш телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. Ой, еще раз зажимаем. Попадаем в такое вот меню. Здесь нам нужно выбрать режим recovery. Переключаемся здесь при помощи физических кнопок, потому что сенсор тут не работает. Выбираем recovery. И таким образом мы попадаем в recovery режим. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.